Блин, 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 достанет меня, достанет или нет? Да, все, на голову ему прыгаешь и убегаешь назад. Надо кнопку нажать сначала. Привет, друзья, и это Red Ball 4. Сегодня у нас каждый 7-й уровень. Начнем мы с подземных ходов и постепенно мы придем к началу. Ну что, погнали. Так, что тут надо сделать? Надо где-то ключ раздобыть, чтобы вот открыть дверь и с этим квадратом разобраться дальше. Где же ключ находится? О, ключ прямо здесь, без охраны. Квадратов рядом нету. Там уже открыто, но вот надо убежать от него будет. Да, да, все. Он не достал колючками. Можно вниз спускаться. И квадрата здесь уже этого злобного нету. Но здесь другая проблемка. Да, я вижу, какая здесь проблемка. Здесь надо... Опа. Так, смотри. Здесь было всего 3 ключа. О, не достал, не достал. Отлично. Еще 2. О, блин. Блин, блин, блин. Достанет меня, достанет. Или нет? Офигеть. Он даже не смог меня колючками достать. Вот это удача. Вообще круто получилось. Ну что, идем только очень аккуратно. Двигаемся, потому что здесь можно в потолок врезаться, если быстро катиться. Да, там наверху квадрат, и с левой стороны должен быть ключ. Надо постараться сразу туда запрыгнуть, налево, чтобы... Так, все. А он вниз прыгает. Вообще четко получилось. Он уничтожен. Так, этот квадрат уничтожен, можно вниз спускаться. И там теперь дверь открыта. Чтобы пройти на следующий уровень, тут аккуратно катимся. И вниз прыгаем. Да, вот такой вот уровень был в подземных ходах. А теперь у нас битва за Луну. Это 52-й, ну или 7-й. 7-й уровень на битве за Луну. Посмотрим, здесь какие-то штуки с таймерами. И там вот лазеры они отключат внизу. Насколько я понимаю. Так. Да, и он... Надо успевать тут на время. Квадрат, квадрат надо! Осторожно. Все, вообще круто получилось. Тут, конечно... Можно было неожиданно ошибиться, потому что ты такой спешишь, прыгаешь, прыгаешь, а тут резко квадрат в тебя стреляет. А стоп, что тут с левой стороны? А, туда просто надо как-то через верх будет залететь. Пойдем посмотрим, как это сделать. Опять квадрат здесь. Ну, с такого расстояния с ним легко справиться. Так, посмотрим, что здесь отключается. Лазер, который с левой стороны был, вот этот вот лазер выключился. И теперь просто куда-то уносит. Да. Ну, я думаю, это был какой-то мега короткий уровень. Так, идем дальше, посмотрим, что у нас здесь. Мрачная фабрика, это вот этот вот уровень, 37-й. Он по счету вообще 7-й на мрачной фабрике. Так, 2 квадрата, которые взрываются. А что делать здесь надо? Может ему на голову прыгнуть и назад убежать, они взорвутся. Просто если я вперед побегу, они меня могут догнать там. Тем более по звуку слышно, что там прессы срабатывают. Так что все-таки нужно как-то... Может... Нет, я его не смогу так активировать. Надо просто на голову прыгнуть. Да! Все, на голову ему прыгаешь и убегаешь назад. И они оба взрываются по очереди. Да, с этими квадратами мы разобрались. Теперь надо как-то с прессами тут пройти это все грамотно. Так, сюда. Стоп, 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 они по очереди работают, да? И просто быстро, быстро, быстро. Вот так вот. Вообще круто получилось. Стоп, стоп, стоп. А с ним что делать? Что с тобой делать, квадрат? Может его как-то перепрыгнуть можно или убежать налево? Может я если буду убегать, то он взорвется и не достанет меня. Не успеет. Вот. Нет, он так не активируется, надо выше, наверное, запрыгивать и оттуда уже. Да, точно, точно, точно. Вообще круто, он около флажка взорвался, до меня еще много места оставалось, так что... Все правильно сделано. Эта кнопка, она изменяет направление конвейера. Так, и теперь конвейер двигается в другую сторону, и я смогу... сильно разогнаться, чтобы перепрыгнуть. Еще по дороге звезду надо забрать как-то. Постараться. Ладно, нажимаем кнопку, надо подождать 5 секунд, пока он там раскрутится, и чтобы... Да, все, можно бежать вперед. Разгончик только надо хорошенько набрать. Давай, шарик, отлично! Вообще круто!
Вот такие у нас были мега крутые приключения на мрачной фабрике. И теперь у нас дремучий лес. Это 22 уровень. То есть 7 уровень на дремучем лесу. Ну или в дремучем лесу. Как правильно говорить. Так, там уже ниндзя. Он на пенёк запрыгнет? Нет. Нет, он на пенёк не запрыгивает. Может, мне на него с пенька надо запрыгнуть? На всякий случай. Чтобы не ошибиться. О, все, квадрат уничтожен. Кстати, эти кнопки тоже с таймерами. Как и на Луне там такие штуки были. Точнее, даже не с таймерами, просто нажимаешь кнопку. И он вроде сразу в другую сторону. А нет, еще 2 секунды можно подождать. Так, тут вроде бы никуда высоко прыгать не надо. Можно на всякий случай прыгнуть. А, ну да, все нормально. Так, посмотрим. Квадрат здесь. Здесь у нас есть квадрат. Отлично, с квадратом мы разобрались. Кстати, вот я хочу показать. Вот это вот бревно, его можно 2 способами отсюда достать. Первый способ это... Сейчас, если получится, конечно. Хотя, может быть, и не 2 способами. Вот так вот сделать. Потом перепрыгнуть. Вот так вот. И вот с этой стороны его выкатить. Это первый способ. Но есть еще второй способ. Сейчас мы его на место поставим туда. Где он там стоял? Вот, бревно здесь. Второй способ, просто толкаешь его до упора туда, чтобы он вылез отсюда. Теперь перепрыгиваешь его, и вот по этому трамплинчику наверх, и катишь сюда. То есть 2 способа есть, чтобы достать это бревно. Так, ну что, идем дальше, посмотрим, здесь уже какие-то пилы ездят. Надо кнопку нажать сначала. Так, там тоже надо нажать кнопку. Так, все, 2 кнопки нажаты, но они без таймеров, так что тут довольно-таки просто. Если бы они были бы с таймерами, это, конечно, было бы сложновато. Прыжок делаем. Сразу 2 звезды получилось забрать и прям запрыгнуть сюда. Ну, это был у нас дремучий лес. А теперь у нас 7 уровень на зеленых холмах. Это должен быть самый простой уровень, потому что это самая первая локация. Но бывают как бы разные уровни. Так, рогатику сейчас броню его и вообще уничтожим его. Посмотрим. Там квадрат наверху, надо быть готовым к этому. Надо быть готовым, что там квадрат может быть близко. Нет. Он там далеко ходил, все. С квадратом покончено. Идем дальше, посмотрим, что здесь. Так, это я так понимаю, вот так вот надо просто. Так. Ну, надо просто туда наверх запрыгнуть. Кстати, там должен быть еще либо квадрат, либо звезда. Потому что золотой пока что нету. О, тут еще не конец. Да, там квадрат. Квадрат. И даже звезда есть. Все. Все, это конец уровня. Можно идти на выход. Ну что ж, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И до следующего видео.